пока стройка выходного дня строится, моя ненаглядная в деревянном старом домике чем-то занимается. И чем вы, скажите, занимаетесь? Банка лопнула. Лопнула банка. И, а что там за муть такая белая? Сахарок. Сахара столько. И уже не используешь? Все, уже там осколки. Да. Надо выкинуть как-то. Ну, я сейчас, если поставишь, я схожу, выкину на мусорку, чтобы она уже... Пусть котики поблизуют. Правильно. Да. Счастье им будет. Языки они там. Ну, ставь, я занесу, оставляю. Да. А чем ты там занимаешься? Какие-то веточки кладешь? Чего-то так... Так, мармуазель, а что вы тут робите? Вы... Что-то не порезали. Хорошо. Что я тут делаю? Да. Березовый сок. Катаешь березовый сок. Ну, одну банку я вижу, ты уже закатал. Да, она уже под одеялком. Нет, я не про это. Если под одеялком одна и одну выбрасываю, то один-один. Ну да, чуть-чуть не хватило. Ну вот поставила. И поставила еще в чайнике. Ну так, да, чтобы водой доливать, какая уже разница? Нет, так в чайнике я тоже сок березовый налила. А, и вот там и... теперь оно закипит, и я так хоп, долью и закатаю. Вот молодчина какая. Водичка же березовая, да. Нормально. Всё. Вкусненько. Вчера пили. Вчера выпили целый графин. У Толи оторвало горлышко, так он аккуратненько слил. И мне очень понравилось с березовыми палочками. Ой, со смородиной. Да, палочками. Аж подносишь прямо аж стакан, еще не пьешь, а уже запах идет. Да, да, да. Саша купил уже апельсины, я закатаю с апельсинами. Даже он потолще долечки делала. А остальное буду катать, потому что канистру еще привезли с леса. Буду катать со смородиной. Мне очень понравилось. Может, молодец, еще ассорти сделать, смородиновую веточку и апельсинку, да, вместе. Да. Что это будет, не знаю. Ну, ты много не делай, ну, абракадабра. Так, все, ладненько, не мешай мне. Все, ты, доча, приезжай к нам, ты хочешь сказать, да? Все к нам. Все в гости к нам. Все внуки к нам. Мы мотивируем, поставили фотографии на телефон. Все. Пока. Ждем.